На Байдарках круглый год. В Колпино после капитального ремонта открылась школа Олимпийского резерва по гребле. В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор Петербурга Василий Кичуджи и глава администрации Колпинского района Дмитрий Кабицкий. Школа считается одной из ведущих в стране. Ее воспитанники являются победителями и призерами первенств мира и Европы. 13 спортсменов входят в состав сборной России по гребле на байдарках и каноэ. После капитального ремонта в здании появилось оборудование, гребные тренажеры. Теперь спортсмены смогут отрабатывать технику даже зимой. Сегодня ребята впервые опробовали учебные байдарки и каноэ. И вспомнили, в каких условиях им приходилось заниматься до ремонта. Когда я здесь была, на школах была плесень, мы тренировались, ну, вообще в очереди, то есть лампы в игровых залах отваливались. Ну, нам это не мешало, мы тренировались, но такие условия, как бы, я думаю, будут способствовать лучшему результату. Здание уже больше 100 лет. Последний раз его ремонтировали 35 лет назад. Сейчас привели в порядок фасады, заменили окна и инженерные сети. Внутри школа тоже полностью преобразилась. У ребят появились просторные раздевалки, душевые и 6 спортивных залов.